Добрый день, уважаемые коллеги! Компания Direct Media приветствует вас на очередном информационно-аналитическом и практическом вебинаре. Вместе с Татьяной Викторовной мы подготовили для вас очередную презентацию, очередной проект. Вы видите его название на экране. Мы уже успели познакомиться в теплой дружеской атмосфере. Я стал рекомендовать до начала вебинара чай, кофе, готовить себе самостоятельно заранее. И такая атмосфера у нас уже сложилась до начала вебинара. Мы тут даже и практиками успели обменяться. Но Ольга Алексеевна обращает внимание на перезагрузку. Татьяна Викторовна, ваше отношение к этому слову, что вы можете... С перезагрузкой вспомнилось, да. Когда только-только подошли к этой теме, я помню, я упорно вместо перезагрузка писала перегрузка, за что получала от Ирины Николаевича неоднократный нагоняй. Не путайте два понятия. Я вспомнила, откуда это у меня пошло. Да сейчас я уже такой ошибки не делаю. Помните, какое-то время назад были... между американскими и представителями американской стороны правительства и нашими такой вот обмен, и они преподнесли нам в дар такую кнопку типа перезагрузка отношений, на которой было по-русски написано перегрузка отношений. Вот у меня почему-то, видимо, эта ассоциация сработала, но на самом деле мы, спасибо, что обратили внимание на название вебинара. Да, мы будем говорить скорее о том, как произвести перезагрузку наших курсов, творческую перезагрузку, но без лишней перегрузки. Вот, наверное, и так. Вот чувствуется моя ученица Татьяна Викторовна. Надеюсь, нас слышно без искажений в наушниках. Слуха. Все идет нормально. Я каждый раз обращаю внимание Татьяны Викторовны, сделать так, чтобы себя, любимого, не перегрузить. Надо же еще отчеты успеть сделать, РПД написать, там еще на занятия сходить. Не опоздать, не пропустить. Еще, тут еще какие-то онлайн-штучки, всякие хаки, забирающие время. Ни в коем случае мы ищем только то, что под силу. И отсекаем все, что нам тяжело, дорого по карману. Вот это слово, пожалуй, удачно. Ну, давайте посмотрим, что, о чем тут будет идти речь. Вот, напомните, вот, кстати, слово «хаки», Татьяна Викторовна. Вот, кстати, о хаках. Еще предложение назад хотела об этом напомнить. В названии у нас есть 12 хаков, да, которые мы будем использовать для решения основных задач при разработке онлайн-курса, при работе с онлайн-курсом. И это слово у нас уже возникало на одном из прошлых вебинаров, где мы узнали, что слово «хакер» и «хак», которые звучат очень подозрительно, на самом деле ничего плохого не означают. Это совсем не страшно. И раньше, кстати, хакерами в доинтернетовскую эпоху задолго называли умельцев, которые могут одним топором создать прекрасные предметы мебели. А что придает мебели блеск и шик? Ну, конечно же, лак. А самый дорогой лак делается из природной смолы, которую тоже без хаков не добудешь. Так вот, хак – это инструмент, который используется при добыче смолы. И с помощью наших хаков мы будем добывать то, что придаст курс нашим курсам, придаст шик и блеск нашим курсам. Если уж мы говорим о дистанционном формате, да, об электронных курсах, то в программировании хаками называют обходное техническое решение. И очень часто они, кстати, применяются, эти обходные приемы, в других сферах нашей деятельности. Они требуют творческого подхода, нестандартного мышления. И применяются тогда, когда радикальное решение по какой-либо причине не может быть применимо вообще, либо требует слишком больших трудозатрат для его реализации. Вот к хаку меня Юрий Николаевич как раз и приучил, потому что, стараясь освоить что-то новое, попробовать реализовать, все время хватало какие-то большие инструменты, и действительно это было очень трудоемко, это действительно была перегрузка. Почему дизайн-хак? Ну, конечно, можно привлечь профессионального дизайнера к оформлению курса, и хорошо, если такая возможность есть.
Ну или пройти курсы веб-дизайна и самому стать профессионалом. Но не каждая образовательная организация, во-первых, имеет такую возможность оплатить очень недешевые услуги профессионального дизайнера. Ну и не каждый преподаватель и учитель обладает достаточным количеством времени и, что самое главное, сил для владения еще одной профессией, чтобы оформить свой дистанционный курс. А значит, без хаков, которые позволят нам быстро решить вот эти оформительские вопросы, нам не обойтись. Но вот вопрос. Юрий Николаевич, да. И уважаемые коллеги, а зачем вообще нужно уделять внимание, тратить силы, время на какие-то там дизайнерские эффекты? Ну, все равно нашим ученикам сдавать нам зачет, сдавать ответы экзамен. Ответы коротко. Для увеличения продаж можете написать. Для души можете написать. Для повышения успеваемости можете вашу версию изложить. Да, для привлечения внимания, расстановка акцентов можете написать. Для чего нужен дизайн? Кстати, за рубежом, коллеги, вы не поверите, зарубежные учителя, преподаватели делают такой примитивный дизайн порой, что я удивляюсь. Простой такой лапидарный дизайн. Оказывается, они вот много пишут там теоретиков, но многие вообще не используют это. И в России тоже многие вот это вот дизайн не используют. Просто дают тесты, задания, форумы, все это идет, работает. Никаких там особых оборотов. Читается легче, приятнее работать. А самое главное все-таки что? Вот видно, что коллеги подготовленные. Они пишут действительно правильные вещи. Привлечение, расстановка, повышение эффективности усвоения. Владимир Павлович пишет. Эффективности. Но отвлекает внимание. Да, простой, но увлекательный. Вот интересно. Угу. Коллеги, не буду вас томить. Я сам, оказывается, вы не поверите, недавно вспомнил, был заведующий кафедрой теории и практики дизайна. Меня взяли туда как менеджера, умеющего рисовать в графических пакетах. Мне нужен был остепененный менеджер. И везде дизайн – это то, что добавляет добавочную стоимость, какой-то добавочный эффект, увеличивает не только восприятие, но и экономическую составляющую любого процесса. И я бы хотел действительно вот согласиться с коллегами, вот это вкусненько. Обертка, вот эти все слова, главное это повышение успеваемости обучаемых. Мне кажется, выше этой цели нет. Как мы ее достигнем, это нас волнует. Но не сама цель привлечь внимание. Цель это все-таки образовательный процесс, а он завершается чем? Оценочками или отчислениями. Вот на этой ноте на центральной ноте я бы хотел сосредоточиться вместе с вами, Татьяна Викторовна. Татьяна Викторовна, вы не против такой постановки задачи? Зачем? Нет. Почему? Чтобы наши, все правильно. Чтобы молва о наших результатах пошла так. У них так хорошо учатся, у них высокие результаты. Итак, действительно. Это внимание, и коллеги верно пишут, и восприятие. Но это все задачи, но не цель. И вот теперь, какие же задачи, Татьяна Викторовна, вы выделяете? Ну, 6 задач можно выделить для разработки дизайна курса. Нам нужно, чтобы наш курс был узнаваем и запоминался. Для того, чтобы создать настроение, которое влияет в том числе и на нашу успеваемость и на интерес слушателей, да, комфортное восприятие текста, минимум текста, поддержка как достижений и прохождения курса, да, так и поддержание интереса, оживление асинхронного курса. Почему нет, читать-то мы все умеем, прочитали, все ли понятно здесь? Да, и знакомство. Вот основные 6 задач, которые мы можем... Это не цель, это задача, да, Татьяна Викторовна? Да, да, мы говорим сейчас про задачи. Те винтики, те способы... Про цель сказали теперь про задачи, да. Хорошо, идем дальше. И достичь
эти задачи нам помогают те самые хаки, о которых мы сегодня и будем говорить. Да? Вот они, что они позволяют сделать с нашим курсом. И о каких хаках мы сегодня с вами поговорим. Вот здесь небольшая такая перегрузка, да, текстовый слайд. 12 хаков для творческой перезагрузки, которые мы будем, о которых мы сегодня с вами и поговорим. И начнем мы с вами с самого... На самом деле их гораздо больше, да? И гораздо больше можно написать. Да. Мы просто сжимаем сток информации, вот эти 12 пунктов, специально упрощаем сознательно, потому что мы не какие-то там профессионалы, которые только этим и занимаются. Мы преподаватели, вы все здесь представились, мы просто преподаватели. Кто-то погружен полностью в этот процесс, кто-то частично, но мы преподаем. Мы не занимаемся производством онлайн-курсов на продажу, как это делает Курсера, например, или еще. У нас нет для этого возможности. Поэтому мы сузили, выделили вот только эти 12. Хорошо. Так, из которых можно выбрать то, что будет необходимо для наших курсов. И раз уж мы заговорили здесь про узнаваемость и запоминаемость, ну вот небольшая информация. В сети насчитывается более 1 миллиарда сайтов и почти 5 миллиардов различных страниц. Соответственно, как привлечь внимание к своему курсу, как запомниться, как сделать его узнаваемым. И для тех, кто создает курсы не только в рамках преподавания своей дисциплины в одном учебном заведении, но и выходит на, может быть, широкие просторы интернета. Как сделать узнаваемость, привлекательность, она необходима, даже если мы работаем и в рамках одного вуза. Есть сайт вуза, есть список курсов. Здесь вот были представители дополнительного обучения, наверное, заинтересованные в привлечении абитуриентов и новых слушателей на свои курсы. И вот это вот формирование первого впечатления, желание открыть именно этот курс, прийти именно к вам – это важная задача, которую можно сделать с помощью создания оригинального логотипа. И такая задача перед нами стоит, работаем ли мы только в рамках одного вуза, либо выходим на широкие просторы интернета. Да, Наталья Васильевна, добрый день, что вы с нами. Хорошо, что вы здесь. Отличие, запоминаемость, узнаваемость. Я хочу сейчас привести небольшую свежую историю. Меня попросили провести курс с руководителями организации СПО, с руководителями, специалистами в Moodle. Вот я сделал различные красивые вставочки. По каждой теме специальная картиночка. Под каждый там измерительный модуль у меня картиночка, весы, яблоки и гирька. Что-то там измеряется. И когда посмотрели заказчики на мою работу, они сказали, круто. Но я сказал себе, надо подождать, какой будет результат. Результат был, конечно, высокий. Почему, конечно? Там не только графика была, узнаваемость, масса отличий. И моя фотография в уголочке, как автора курса. И здесь внизу в уголочке чат со мной для поддержки. И много чего. Но курс был совершенно необычный. В том числе и началось все с этих картиночек. С дизайна. Не только методика там интересна была, но и дизайн тоже у меня забрал некоторое время. Но, говоря об этих картиночках, об этих дизайнах, вот тут плохо видно, мелковато, давайте, тут не делается крупный. Это Moodle, в котором есть название курса и возле каждого какая-то картиночка. Это вы, может быть, знаете. Отличительный значок. А вот что это за логотип, откуда он взялся, расскажет Татьяна Викторовна. Да, вот мы сейчас как раз начали говорить про логотипы и посмотрели предыдущий пример. Вот она, я сейчас к нему немножечко еще вернусь. Да, вот эта картиночка, это своеобразный логотип отдельного курса. То же самое, как заставка, обложка, да, мы же начинаем знакомство с книгой, не содержание, а смотрим первое, что бросается в глаза, обложка. Вот это такая небольшая обложка для нашего курса.
Но к выбору картинки нужно подходить очень внимательно и очень осторожно, для того, чтобы они выстрелили так, как они выстрелили у Юрия Николаевича. Вот посмотрите, пожалуйста, на эту картинку, коллеги. Может ли быть логотипом вот такое изображение? Логотипом курса или нет? Ну, почему бы и нет? Ну, наверное, может. А мнение коллег? Они вас ждут. Коллеги, а вы что думаете, может ли быть логотипом? Стоит ли выбирать вот такое, например, изображение в качестве логотипа? Смотря какой курс. Мы же не знаем, что за курс-то. Кто-то скажет, да. Да, зависит от размера. Ага. По физике. Как-то сложно. Ирина Леонидовна, да. Я вот не знаю. Я не знаю. Может быть, да, может быть, нет. Может, а может и нет. Да, это больше похоже на экслибрис. Я бы не выбрала для гуманитарного наука. Непонятно. Да, коллеги, вот это, кстати, было логотипом изображения. Да-да-да, того знаменитого компании Apple. Самый первый логотип, разработанный Рональдом Уэйном, это один из сооснователей Apple, продержался он недолго, и они перешли к более простому логотипу, сохранив при этом монохромность. Какое-то время у них был цветной логотип, но потом они его сделали черным. А, это был логотип компании Apple, вот я сейчас указываю. Да. Вот это первоначальный. А, вот. Да, самый первый логотип. А они взяли невыразительный, взяли вот такой вот. Вы знаете, там очень целая история, связанная с этим логотипом. Когда-нибудь, может быть, в нашем курсе я ее расскажу. Там очень интересная история была с этим связана. Очень большой смысл они в него заложили. Но он не сработал, он не выстрелил. Слишком много мелких деталей, действительно, когда уменьшается изображение, рассмотреть что-либо, а тем более запомнить, достаточно сложно. А вы видели, что в списке курсов картиночки очень небольшие, поэтому легче, и они приняли решение перейти к более простому силуэту, причем сейчас он у них используется в монохромном изображении. Но это тоже имеет свой смысл, может быть использовано, если в списке курсов с логотипами очень много цветных изображений, разноцветий, и вот среди этого разноцветия монохром как раз позволяет выделиться. Не в Apple, Татьяна Викторовна, мы простые учителя, доценты, когда нам этим всем заниматься-то? Или вы просто для примера хотите нас... Я просто показываю для примера, что слишком сложные картинки выбирать не надо. Не надо их рисовать самостоятельно, если мы этим не обладаем. Но при выборе картинок обращать внимание на ее сложность и лучше простые силуэты. А опыт Apple учитываем. Хорошо. Да, да, обязательно. Логотип может быть не только черно-белым, но и цветным. Вот примеры от... тем не менее, простым и узнаваемым. Вот примеры от одного из зарубежных авторов курсов, Нил и Белл. Кстати, оба логотипа были созданы с помощью инструментов для создания слайдов. Ну, она использовала Google слайды, но вполне можно воспользоваться и PowerPoint, потом сохраняла просто это все изображение в виде рисунка. Вот вам простой способ, как можно создать очень быстро простой, но зрелищный, наглядный, запоминающийся логотип. И рекомендуется при создании вот такого короткого логотипа использовать сочетание не только рисунка и шрифтов, да, но и различные шрифта. Ну, вот основное название, как правило, более тяжелый шрифт используется, а подзаголовок можно сделать таким более легким. Логотип курса по психологии. Да, это логотип курса по психологии. А это что? Это тоже ее же курс, там связано с вопросами геймификации, игры, поэтому он вот в более таком игривом формате. То есть отражать суть нашего курса, и вот такое сочетание шрифтов, оно создает контраст, привлекает внимание. Но логотип можно... Рабочее пространство, система безопасности, это ее название курса. Подготовка и... Это то, что рассматривается. Ну, хорошо. Логотипы могут быть и более... простыми, но не менее эффектными. Ну, например, вот такими, Юрий Николаевич. Ай, нет. А вот такие логотипы, допустим, у нас есть автор
Калиников Павел Юрьевич, мой друг. Вот его название курса. Вот он такой логотип выбрал. Где он его взял, я не знаю. Я сомневаюсь, что он делал его сам. Скорее всего, где-то взял на каком-то складе картинок, которых в интернете есть. Вот он такой взял. И вот видите, уже в Moodle вот название курса, и вот этот логотипчик здесь присутствует. Курс популярный, на него вообще много народу, людей, коллег стараются записаться, послушать. Вот он выбрал такой логотипчик. У Татьяны Викторовны я помогал, вот это ее курс «База знаний по оформлению». Это я помог, да, Татьяна Викторовна? Вот эту библиотеку, да. Туда куда-то вглубь уходят эти полочки. Ей понравилось вот это фоновое изображение, это ее логотип, ее курса. Работу потратил я на это пару минут, на создание такого логотипа. А что это такое, да, Татьяна Викторовна? Вот еще про наш пример. Логотип может стать и такой заставкой на главной странице курса, но здесь мы этого не делали, чтобы не перегружать. Здесь уже есть цветовые решения, есть логотип портала, поэтому вот этот логотип, который используется в списке, он просто вошел органичной частью в оформление страницы. Да, вот все стал часть оформления страницы, больше не дублируется. Это тоже как вариант. Очень, очень быстро и легко сделано. Да, это легко и быстро делается, и достигается нужный эффект узнавания и курса, и самого логотипа. Кстати, о фотографиях. Вот если мы в качестве картинки логотипа используем фотографии, рекомендуется размещать текст, вот как у нас было в нашем примере, текст по фотографии, но самое главное следить, чтобы он не сливался с изображением, как вот в данном случае. Поэтому рекомендуется специалистами использовать подложки, причем они рекомендуют именно прозрачные подложки, чтобы картинку сквозь нее было все-таки видно, но в то же время текст можно было спокойно прочитать, он выделялся. Это предмет английский язык для группы 415, да. у которой интригующее название «Скрыться от убийцы». То есть преподаватель интригует уже в этой картинке своих обучаемых какой-то истории, какое-то приключение в этом курсе уже запрограммировано, да, так? Да, и здесь привлечение внимания идет не просто самой картинкой, но еще и интригующим текстом. Потому что английского языка очень много, названия очень могут быть похожи. Поэтому вот какие-то такие моменты в названии тоже рекомендуется использовать, которые бы привлекли внимание именно к вашему курсу и заставили бы зайти и посмотреть, что там. Ну и, естественно, любой логотип, любая заставка, любой дизайн всегда будет дорабатываться, будет переделываться, будет проходить и редизайн самое. Да, но самое главное только, чтобы при всех этих переделках не потерять наших слушателей, которые уже привыкли к одному типу оформления. Поэтому всегда должны быть один или несколько элементов, об этом лучше хорошо бы подумать заранее, которые мы не будем изменять, которые будут ассоциироваться с вашим курсом. Ну, вот здесь это, например, название, да, вот, какое-то «Уйти от убийцы». Ну, вот пример редизайна, такой прием Уолта Диснея, который можно применять. Посмотрите, от самого первого, да, вот где Юрий Николаевич поставил указатель мышку, это самый первый их вариант логотипа, вплоть до самой такой вот красоты с замком цветной. Везде используется один элемент, несмотря на кардинальные изменения, это подпись. Вот Уолт Дисней – это его реальная роспись, которой он пользовался, и через все изменения она проходит. Поэтому очень хорошо, если какой-то элемент у нас будет оставаться при любых изменениях, при работе вот с нашими такими заставками и оформлением. Но мы-то не работаем в Голливуде, Татьяна Викторовна. Мы учителя. Вы это учитываете. Нам некогда вот это все так долго ковырять. А он долго не ковырял, взял свою подпись и поставил, вот и все. Всегда есть такой простой элемент, который можно оставить при внесении каких-то изменений, особенно в области дизайна. Вот про это речь. Оставляйте что-то, чтобы вас можно было узнать. Кардинально не меняйте. Запись будет. Ну, теперь я как бывший завкафедры дизайна, где был специальный предмет цветоведения и колористика,
меня преподаватели преподавали. Встает вопрос, влияет ли сочетание цветов разных элементов на сам курс, на его освоение? Да, Татьяна Николаевна, у нас все возможности есть. Неужели надо еще и цвета учиться подбирать? Татьяна Викторовна, что вы думаете? А чего тут думать? Давайте сразу и попробуем, насколько цвет влияет на запоминаемость, на узнаваемость. Вот вам небольшой тест, реальный тест, маленький кусочек из него. Можете ли вы определить известный онлайн-бренд только по основным цветам, которые используются в оформлении его деталей, элементов? Напишите в чат, вот списочек приведен из ресурсов здесь слева, примеры. Справа примеры, слева цветовые. Напишите в чат очень просто, так как я это сделаю, сочетание. Например, 1, 10, да, там, 2, 8. Так, то есть LinkedIn 10 соответствует первому варианту. Например, да, ага. Например. Да, это не подсказка. Ну, это легкое задание, думаю, сейчас все быстро напишут. Первое цветосочетание это... Вот Сергей Александрович пишет, это Facebook. И многие так думают. Елена Эдуардовна пишет, что первое это 3.2 и Майк 3.2 и Twitter. Ага. Угу. Ирина Николаевна, четвертый вариант соответствует Амазону. Угу. Интересное задание. Ну покажите нам. Так, третий вариант соответствует Google. Ага. Ну, здесь, я думаю, может быть, Алена Владимировна, может быть, имела в виду 1.3. Четвертый да. вариант соответствует Instagram. Ну, не томите нас, Татьяна Викторовна, покажите. Не буду. Покажите не буду, Ирина ключик. Николаевна. Да, ага, Алена Владимировна, я поняла. Ключик. Вот, ответы. Вот, а вот, вот давайте он ключ. Проверять. Проверяем. А вот и оно. Да? Facebook. Преобладание это голубого Instagram, и серого. Pinterest. Это Facebook, это Pinterest. Очень интересная, кстати, база по различным идеям. Оформительские какие-то штучки можно брать оттуда. Зайдите на сайт, рекомендую. А вот это четвертое, это у нас было Microsoft, как ни странно. Так вот, это тест от дизайнера YouTube и Google. Марка Гемиона, и он этим тестом показал, что сам по себе отдельный цвет или отдельные цвета не способствуют запоминанию, тем более цвета каких-то деталей. Отдельно, но в сочетании они способны формировать наше эмоциональное восприятие страницы сайта, курса, оказывают... Эмоциональное воздействие. Я вот эмоциональное воздействие, да, формирование настроения. Поэтому цветовое решение для той же заставки, логотипа должно сочетаться с оформлением всего курса, чтобы вызывать позитивные эмоции и формировать именно вот то самое настроение и желание. Разные цвета могут вызывать разные эмоции, от которых будет зависеть, насколько успешно будет осваиваться материал, если уж мы говорим об учебном курсе. И вот ученые Гентского университета Бельгии, данные были, информация об этом была опубликована в интернет-журнале iScience, в результате анализа исследований, проведенных на эту тему тоже, установили, что настроение оказывает влияние на наше мышление и восприятие реальности. Да, поэтому наша задача еще создавать положительные эмоции. А то, что выбирали Facebook, Twitter, да, вот это вот синее оформление, а в основном социальные сети используют именно синие цвета в своем оформлении. Почему именно так? А потому что наше восприятие цвета связано с нашими эмоциями. И вот есть такой инструмент. Есть различные градации, в соответствии с которыми различные, например, логотипы, цвета должны быть направлены на формирование конкретных эмоций. Вот, например, такой Color Emotion Guide показывает на формирование каких настроений, эмоций направлены цвета и логотипов известных брендов. Руководство по эмоциональным цветам. Да, на что можно ориентироваться. Ну, вот почему социальные сети в основном выбирают синий цвет, а вот оно, доверие. Да, формирование доверия. Ну, судя по постам, которые в социальных сетях публикуются, в общем-то, своей цели они добились, наверное. Да?
Вот это инструмент, табличка, которой можно пользоваться. Например, траст – это первое, а второе – это сила, признак силы. Да. И dependable. Кто у нас переводчики? Depend – это зависимые, что ли? Тут несколько смыслов, но на первом месте это траст. Мне нравится голубой доверие. Цвет. Да, доверие. Но вот у нас на кафедре... Ну, если посмотрите оформление нашего портала, он у нас тоже присутствует. Порталы электронной библиотечной системы, электронных курсов. И серый цвет очень любят дизайнеры. Он такой нейтральный, стильный на все случаи. В том числе и в одежде тоже. Ну, хорошо, это хороший гайд. Такая инструкция. Бери, и твой курс будет такой вот дружественный. Так, рекомендация, которой можно пользоваться. Угу. Итак, пропадает связь. Хорошо, Наталья Викторовна, жалко, что у вас связь не такая, но в записи вы можете нас послушать. Цвет придает жизни дизайн. Но в то же время специалисты и исследования говорят, что эти правила не догма, их можно нарушать. Но при этом сочетание цветов надо стараться выдерживать. Вот Эльдар Эдуардович подмечает, проще размышлять. Давайте посмотрим вот этот оттенок мысли на примере у Татьяны Викторовны. Татьяна Викторовна, что это за вы хорошо рассказали. Но мы говорим, что это можно нарушать, но в определенных все-таки правилах сочетаний. Что это значит? Можно нарушать. Например, если у нас выполнен наш дизайн в таких зеленых, голубых, зеленых тонах. Подождите, Юрий Николаевич. Ага. И вдруг появляется красная кнопка или кнопка какого-то... или там надпись или рисунок, который выбивается из общего стиля оформления, он, конечно же, привлечет внимание. Мы это делаем осознанно, с тем, чтобы привлечь наших слушателей, заставить, например, совершить какое-то действие, перейти по этой кнопке, ответить на вопросы, обратить внимание именно на этот тест. То есть здесь мы нарушаем какое-то вот это цветовое сочетание общее оформления нашего сайта, но делать это нужно тоже по правилам, учитывая сочетание цветов. Вот какой цвет мы для этой кнопки выберем, это тоже не просто так. А, возьму-ка я фиолетовый, а, нет, вот желтенький сюда поставлю, а почему не знаю, а просто вот он самый оптимистичный. Да нет, мы правила тоже нарушаем по правилам. И сочетание цветов в этом случае нужно придерживаться. И вот это вот правильное сочетание и правильное нарушение можно подобрать, даже если мы не являемся специалистами, не слишком сильны в колористике. Вот для этого есть простые инструменты, которые и помогают нам вызывать нужный настрой и быстро находить оптимальные вот эти цветовые сочетания, в том числе и контрастирующие между собой, для того, чтобы привлечь внимание, например, к какому-то отдельному элементу. Чем можно воспользоваться? Ну вот, например, можно воспользоваться ресурсом Canva. Многие им пользуются, кто не знает, не пробовал, очень рекомендую зайти попробовать. Правда, интерфейс там англоязычный, все пояснения и рекомендации на английском. И для того, чтобы познакомиться с возможностями, здесь нужна регистрация. Но зато после этой регистрации... Это платно? Это бесплатно. Это сильно будет грузить. Бесплатно вполне можно. Это сильно будет грузить новичка. Нет. Нет, интерфейс хоть и англоязычный, во-первых. Нет времени, мало платят, да еще вот этим заниматься не будет сильно грузить. Вот как раз для такой категории пользователей этот ресурс-то и предназначен. Во-первых, интерфейс интуитивно понятен, во-вторых, можно пользоваться автоматическим переводом Google страницы сайта, да, и зато после регистрации мы можем получить очень хороший набор шаблонов для различных оформительских задач. Да, ну вот здесь мы видим, уже готовые шаблоны можно брать, вставлять, например, свой текст и вполне его использовать для различных задач. Хотите ли вы для презентации, либо для распечатки в формате А4.
Какой еще здесь плюс? Ой, это только часть из того, что там есть. Там огромнейшее богатство на все случаи жизни. Тем более, если вы используете в своем учебном процессе те же социальные сети, а я знаю, что некоторые это делают, вот для оформления, например, постов, обложек, заставок к сообщениям. Здесь тоже есть очень много уже готовых шаблонов, поэтому здесь не столько можно изобретать, сколько брать и пользоваться. Есть и платные, конечно, какие-то шаблоны, но бесплатных очень большая коллекция. И что самое главное, здесь есть уже готовые схемы цветовых сочетаний от, например, лучших дизайнерских решений и успешных сайтов, которыми можно пользоваться при разработке логотипа и при подборе иллюстраций, и при выборе цветовых решений для оформления своего курса. Ну, вот более 50 примеров сочетания, наверное, будет достаточно для того, чтобы их взять и использовать рекомендуемых. Ну, а если нет, и захочется создать свои неповторимые сочетания, можно использовать другие инструменты, цветовые круги или калибраторы цвета, которые в интернете найти несложно. Обрати внимание, что Игорь Иванович как раз этот политон тоже применяет. Да. Бурьяненко нам пишет, а вот оказывается действительно и мы тоже применяем и рекомендуем. В двух словах, что это такое? Да. Ну вот несколько я привела здесь Adobe Color WC, Cooler и Color Scheme. Ну вот Color Scheme мне нравится, вот этот цветовой круг. Сейчас, секундочку. Вот здесь мы говорим о подборе цветов. Вот, например, в этом наборе синий, фиолетовый, светло-синий и такой горчичный. Вот на это сочетание цветов авторское право не распространяется, Эльдар? Не распространяется. Это мы говорим о сочетании. Или вот эти вот четыре цвета, они хорошо сочетаются, но они не закрыты авторскими правами. Если я правильно понял. Да, здесь... Да. Нет. Это просто примеры, какие сочетания можно использовать, чтобы добиться нужного эффекта. И вот пример, вот эти вот странички сайтов, они здесь рядом с этими сочетаниями приведены. На шаблоны, которые находятся вот здесь, естественно, авторские права не сочетаются, только смотреть, чтобы в перечислении этих шаблонов было обозначение free. Да, свободный. Спокойно можно брать, а платный он вам и не даст. Спокойно можно брать и использовать. Нет, платный можно купить, но тоже... Нет, купить, да, бесплатно он вам не даст его возможность использовать. На сочетание цветов авторские права не распространяются. Они и приведены ясно, в этом ресурсе. Ясно. Что это такое? По цветовым кругам. А вот если мы хотим нарушить правила, но сделать это по правилам, можно использовать вот такие вот калибраторы цветов, либо цветовые круги, да, когда мы выбираем основной цвет, сейчас я возьму, например, у нас оформление дизайна в зеленом цвете, мы выбираем, вот здесь приведены возможные сочетания, которые нам нужны, мы хотим сделать контраст, мы выбираем уже вторую схемку контраста. Секундочку, вот мне непонятно, и другим тоже, Татьяна Викторовна, вот мы выбрали цвет моно. Да, он покажет вам сочетание тех цветов, которые с ним сочетаются. И выбрали в нем красный цвет, вот точка. Тогда нам этот колоратор говорит, если вы хотите, чтобы ваш сайт был монохромно-красным, вы можете вот эти оттенки, раз, два, три, четыре. Да, различные оттенки, которые сочетаются. Пять оттенков, которые будут сочетаться в вашем электронном курсе. Ну, например, это пожарная безопасность там или еще что-то. Вот эти сочетания можете брать. Правильно, Татьяна Викторовна? Да, совершенно верно. А если мы захотим выделить, вот нарушить правила вот этого сочетания и выделить какой-то элемент, ту же кнопочку, например, другим цветом, чтобы она бросалась ярко в глаза, мы выберем уже вот это, контраст, да, вот этот вариант сочетаний, и он нам покажет, контрастный цвет лежит в поле зеленого, он выберет наиболее оптимальный к тому цвету, с которым мы хотим... Не видно. От которого его хотим выделить. Не видно, Татьяна Викторовна. Но я вас понимаю, надеюсь, другие тоже. Зайти попробовать. Во-вторых, с этим колоратором можно будет поработать и в нашем курсе. Да, на практике мы это будем разбирать, сейчас мы смотрим просто теоретически, как это можно сделать. Ну и плюс здесь различные варианты сочетаний можно использовать.
да, с ними поработать, это достаточно понятно. Простой и интересный, вот, удобный инструмент. Да, даже я понял, Татьяна Викторовна. Дальше. А если мы хотим посмотреть ключевые цвета, например, фотографии, нам попалась какая-то интересная фотография, и мы хотим использовать вот примерно вот эти цвета в своих оформлениях, либо посмотреть, подходит ли она нам по своим цветовым сочетаниям к нашему оформлению курса. Ну, вот есть, например, вот такие инструменты, как Color Palette Generation, да, где мы просто вставляем, даже не выбирая эту фотографию, ее вставлять не нужно. Например, где-то в интернете попался, мы вставили адрес, и он нам показывает, какое сочетание цветов здесь используется с их номерами. Это легко можно скопировать и использовать при своем оформлении. Понятно. Надеюсь, ну и самое главное, при картинках избегайте устаревшей графики, изображения с танцующими смайликами, гифками, они были очень популярны, но имеют свой срок службы, и сейчас они уже не пользуются такой популярностью. На сегодня уже они немного устарели, хотя никто не запрещает их использовать, но самое главное, чтобы они не стали основой для оформления вашего курса. То есть вот пользуйтесь такая вот размазня сейчас считается модной, да? Одна из рекомендуемых. Из. Да. И вот одна такие буквы, из. Такие буквы, как краской. Да, да. Вот да, да, да. Ну, опять же, нужно смотреть, у нас все-таки курс по дизайну, да, поэтому здесь это уместно, а где-нибудь в курсе по физике или какой-нибудь технической дисциплине, наверное, она бы не подошла. Но она достаточно современная для того, чтобы ее использовать. Поэтому пользуйтесь ресурсами бесплатных фотографий, качественными фотографиями. И забудьте временно про гифы и танцующих смайликов. И смайликов, да. Понятно. Да. Понятно. Ну и говоря об изображениях, да, действительно, раз уж мы перешли к картинкам, действительно, картинки часто заменяют тексты, и впервые это было доказано очень давно, в 1894 году, исследование Киркпатрика, не того, который, не Дональда, который проводил оценку эффективности тренингов, разработал модель, по которой сейчас работают все тренеры, а другой Киркпатрик, он провел эксперименты с запоминанием различных объектов и слов, с последующим их воспроизведением через 72 часа не меньше. Так вот, картинки испытуемые запоминали действительно лучше, чем слова. А через 4 года, в 1898 году, исследователь Калкинс повторил эксперимент и получил научное подтверждение, и с тех пор подтверждение только получаем. Вот так был открыт научно доказанный эффект, который мы сегодня все используем, говоря про дизайны наших курсов, и который впоследствии назвали эффектом первенства изображения. Ну, кинематография здесь тоже на слайде не случайно. 1894-95 года, такой был бум развития кинематографа, интереса к кинематографу. Ну, наверное, вот на эту тему эти исследования и проводили, как же изображение влияет на восприятие и запоминание. Так вот вопрос. Да, и, кстати, вот эта фраза «сколько слов может заменить одна картинка», сейчас часто мы ее используем, говоря о необходимости применения инфографики и других средств визуализации. Коллеги, вопрос к вам. А сколько слов может заменить одна картинка? Все наверняка знают эту крылатую фразу. Ну, кто не знает, напишите, пожалуйста, в чат просто цифру. Как вы думаете, сколько слов может заменить одна картинка? Все. Ага, 10 тысяч предложений. Несколько точно, я думаю. 7. Ага, 1. До бесконечности. О, здорово! Супер! А сейчас я вам покажу, сколько на самом деле. На эту тему, кстати, тоже было проведено исследование, и есть точная цифра, сколько может одно изображение заменить слов. Вот это исследование провел Алан Блэквелл, из уроженец Веллингтона, Новой Зеландии, ученый-когнитивист, профессор Кембриджского университета. Он работает в компьютерной лаборатории Кембриджа и занимается построением и применением моделей человеческого поведения при взаимодействии с технологией. То есть это его тема. Вот он провел такое исследование и выяснил опытным путем, что, оказывается, одна картинка
может заменить 84 и даже одну десятую слов. А известное нам выражение «одна картинка может заменить тысячу слов» придумал в свое время американский редактор очень успешных газет Артур Брисбен в 1911 году. Вот он обронил эту фразу в разговоре с маркетологами, и она с тех пор стала крылатой. Да, так что это скорее метафора, да, где-то около 80 слов одним изображением мы можем, вполне можем заменить. Ну, конечно, не черным квадратом Малевича, там будет поменьше слов. И по мнению Джанет Брейн, специалиста по проблемам затрудненной обучаемости, разнообразные визуальные эффекты особенно полезны именно в процессе обучения. Вот она говорила о пользе таких технологий, как интерактивные компьютерные графики, видеоролики, но и говорила о масштабируемости этих приемов. Мы можем применить ту же философию и для своих проектов. Разнообразие изображений помогает запоминанию за счет демонстрации вот этого ряда визуальных подсказок, которые повышают эффективность подачи основной информации. Какие инструменты позволяют нам добиться этой цели и какие чаще всего используются? Ну вот, например, в нашем курсе, да, используются в наших курсах, на нашей платформе чаще всего мы используем такие приемы, как мимиксы, инфографика и интеллект-карты. Да, ну вот про мимиксы я попрошу Юрия Николаевича, наверное, рассказать, да, где ну, он применяется и для чего, и что это такое. Я это слово мимиксы услышал сам недавно, где-то неделю назад, от Татьяны Викторовны. Оказывается, это она его придумала, теперь и я его знаю. Это такие картинки с какими-то текстами. Объединила мемы и комиксы. Комикс и мемо. Мемо. Вот, такие комические запоминающиеся какие-то ситуации, это из нашего онлайн-курса, какая-то история, мы взяли фотографии из фильма всем известного и научились добавлять такие вот контрастные тексты для создания игровой ситуации, хорошо запоминаются. Но мы уже об этом рассказывали, вот в этой презентации есть запись вебинара, как мы это делали. Итак, мимиксы, комические запоминающиеся изображения с некой ситуацией. Да, похоже на, кто помнит, были диафильмы, да, вот очень похоже. Еще один элемент, который мы используем, это случайная запись из глоссария, которая позволяет вставлять и те же самые мемы, да, или короткие мимиксы и видеоролики. Но об этом мы тоже очень подробно говорили в записи вебинаре, запись которого здесь приводится. Показывали его в действии, различные варианты смотрели. Поэтому долго на нем останавливаться не будем. Просто вспомним, что он есть и может быть использован и для оформления, для создания неповторимого дизайна. Что еще чаще всего используем? Ну, наверное, интеллект-карты, инфографику, об этом уже, простите, увидела сообщение в чате про котика, да, действительно замечательно. Что еще мы чаще всего используем? Интеллект-карты, инфографика. А сколько видов интеллект-карт, способов инфографического представления информации, визуализации можно назвать? Но на самом деле их огромное количество. Да, в разном виде они могут существовать. Вот эти различные средства визуализации, которые мы применяем и часто используем. Ну, вот в центре у нас знаменитая, известная всем интеллект-карта, которую Юрий Николаевич не очень, как я понимаю, любит, знаю. Да? Но на самом деле это только один из средств визуализации. На самом деле их более сотни. И разобраться во всем этом достаточно бывает сложно, что из этих средств применить в данном конкретном случае. И без карты во всем этом многообразии нам не разобраться. А ведь это только малая часть того, что существует. И для облегчения нашей участи есть вот такая карта, может быть, кто-то ее уже видел, кому-то она уже знакома. Периодическая таблица средств визуализации.
Вот все эти способы, которых более 100, были систематизированы и описаны в работе Ральфа Ленглера и Мартина Эплера из Швейцарского университета Лугана. В 2007 году они как раз классифицировали вот эти способы визуализации и придали им вид периодической такой системы, взяв за основу, вдохновившись периодической системой химических элементов Менделеева. И элементы в таблице – это способы визуального представления данных, распределенные по группам, периодам, в зависимости от сложности визуализации и от целей, для которых мы ее планируем использовать. Я ничего не понимаю. Объясните попроще. А все очень просто. Есть 6 методов, вот, которые они здесь привели. 6 методов визуализации. Визуализация данных. Для которых мы их используем. И вот эти вот цвета выделяют определенную группу средств, которые вот можно использовать. Желтая группа. Это, например, визуализация данных. Вот если нам нужно визуализировать какие-то данные, мы просто по цвету смотрим эти инструменты. Здесь они распределены по сложности и по целям, для которых мы хотим использовать. Например, вот желтое, что это может быть? Это может быть, ну вот смотрите, здесь названия, они подписаны, это может быть спектрограмма, это могут быть различные графики. Мы ничего не видим, мелкий шрифт, мы ничего не видим. Расшифруйте хотя бы один элемент. Мы же не видим ничего. Ну вот один, а вот давайте посмотрим. Ну вот один из элементов. Я прочитал, это называется... Да. График, линейный график. Вот, коллеги, если вы хотите изображать какие-то данные, то вы легко можете изображать, например, график. Или А. Это тоже график, но с цветными полями. Или С. Так вот здесь... Это график типа плоттерного, вот этого звездочки расходятся. Вот о чем идет речь. Визуализация информации зеленая. Вот эту таблицу нужно просто изучить. Сейчас мы ее не понимаем, да, Татьяна Викторовна? Сейчас мы ее не понимаем. Мы смотрим, что это существует. Тем более здесь написано на английском языке, но она реально облегчает нам жизнь, помогая выбрать вот из этого разнообразия, да, то, что нам необходимо. Во-первых, есть интерактивный вариант этой таблицы, когда мы щелкаем вот то, что сейчас пытался сделать вручную Юрий Николаевич, а я специально этот вариант здесь не показала, да, щелкаем по понравившемуся названию, выбрали, что нам нужно посмотреть, и он выводит отдельную картиночку, как это будет выглядеть, как это может выглядеть, пример, образец. Да, и мы можем понять, это нам подходит, не подходит. Плюс русскоязычная расшифровка этой таблицы есть в нашем курсе. Мы с ней будем работать более подробно, поэтому здесь мы на ней долго не останавливаемся. Я вам просто показываю, что это существует, это работает. Но более подробно познакомиться и поработать с вот этим вот интерактивным форматом таблицы, мы будем уже в нашем курсе. Там будет возможность оценить степень применимости. Это легко делается. Это легко делается. Это не грузит, учителя или доцента? Абсолютно. Я, например, хочу поставить интеллект-карту. Да, у меня есть определенная цель, у меня есть определенная задача. Я просто смотрю, подходит ли она. Вот эти вот все обозначения, они тоже помогают мне сориентироваться, подойдет ли она для этой задачи. Или я могу выбрать другие инструменты, которые здесь будут более уместны. Это буквально там занимает минут 10-15 максимум. Да, на все изучение, как с ней работать и первые варианты попробовать. Да, то есть это недолго, это. А когда с ней работаешь, становится еще быстрее, проще и легче. Ну вот, Елена Эдуардовна просит перевод и ссылку. Что вы скажете, Татьяна Викторовна? Есть это все в нашем модуле. Есть в нашем модуле. Есть и вариант, и ссылка, и то же самое. Возможность поработать в форуме, если у вас что-то не получается или возникают какие-то вопросы, конечно, мы будем иметь возможность с ней более тщательно там поработать. Мы приглашаем всех на наш модуль. Для того, и создать уже готовые элементы для своего курса с помощью этой таблицы, конечно.
Ну, мы уже попробовали, мы Приходите, увидели, как это приходите. работает логически, мы увидели, какие бывают процессная визуализация, структурный показ, детализированный показ, да, дивергентное мышление, конвергентное мышление. Мы увидели суть, а саму технологию мы даем наши модули, пожалуйста, приходите. Наш модуль мы сейчас покажем, это тот модуль обучения, где это все дается практически, а не так в виде рассказал и посмотрели и забыли. И все, да, конечно. Ну и следующий элемент, следующий хаб, это поощрение и поддержка. Мы Пришло время. поддерживаем вот этими бейджиками, сообщениями, миссия выполнена, это из зарубежных источников. Мы такие не используем, но вот такие бриллианты разного цвета мы поощряем, и это нравится. Статистика показывает, даже взрослым это нравится. Вот такие вот награды, вот эти вот бейджики разработала Татьяна Викторовна. В зависимости от определенных событий, лучший разработчик сюжета, стратегических решений поощряется такими бейджиками. Это мы не будем сейчас подробно рассказывать. Оно все дается тоже в нашей записи вебинара. Наверное, вы сейчас спросите гиперссылочку. Вот я ее даю. Вебинар еще один, где все подробно мы это уже рассказывали. Копировать. Да, и там же говорили о тех инструментах, с помощью которых можно легко и просто эти бейджики создавать самостоятельно. Не могу вставить ссылку, Татьяна Викторовна. Ну ничего, давайте тогда Тогда, дальше, может быть, чтобы откроем эту ее найти. презентацию, пусть коллеги берут и из презентации видят эти А вот гиперссылки. она. Коллеги, эта презентация вместе с ссылками доступна для вас. Папочки с ресурсов вы можете их увидеть. Так, хорошо. Значит, кроме того, для повышения вовлеченности РСС-ленты, такие вот автоматически генерируемые события, все, что появляется в курсе или на сайте, тоже создает вовлечение. Или ленточка из Твиттера, если используете, или другой соцсети в вашем курсе. Ваш курс постоянно привлекает внимание ваших обучаемых, тоже доказано. Такие вот простые элементы. Тоже мы об этом говорили в нашем вебинаре. Вот это вот вы можете. Несложно делается, несложно, никак не грузит. Но практически мы это отрабатываем в нашем учебном модуле. Кроме того, вот пример Твиттера, это отвлекло меня. Это все создает вот те эффекты, которые вы сейчас видите на экране, я их не буду зачитывать. Как создать RSS-ленту в нашей презентации, даже специальный видеоролик есть. Вот он так примерно выглядит. Можете посмотреть сами. А вот что такое самопрезентация? Видео представление автора, учителя, расскажет Татьяна Викторовна. Ну да, после того, как мы усилили свой курс, добавили привлекательности нашему дизайну, сократили текстовые блоки, осталась еще одна вещь, которую следует добавить. Это сам преподаватель, это вы. Самая важная, наверное, одна из частей, ответ на вопросы, что будет в самом курсе, куда обращаться в случае неожиданных
происшествий, либо каких-то трудностей, куда и как мы будем двигаться, ну и в конце концов, кто сам этот преподаватель, есть ли он в этом курсе, что он из себя представляет. Ну, первое знакомство хорошо бы провести и ответить на эти вопросы. Вот для этого существует самопрезентация и формат видеопредставления. Видеопредставление может быть как автора, ну вот пример нашего коллеги, видеокурс, видеопредставление, где он представляет себя, рассказывает о своем курсе. Кроме этого, может быть представление самого курса, не автора, а может быть представлен сам курс. Ну и сложно ли создавать такие видеосюжеты, такие видеопредставления? Вот есть несколько советов для начинающих, как сделать вот такой короткий видеоролик, видеопрезентацию о себе и своем курсе. Юрий Николаевич, как специалист в области технологий, техник и настроек, наверное, пару слов. Я уже хотел PDF-файл закачать, но пока вы говорили, но вижу, открывается. Да, коллеги, видео или кино – это вообще искусство из искусств. Есть разные советы, как сделать презентацию. Так, меня не слушается Мирополис, вот пошел улучшаться и застрял. У меня Мирополис не слушается. Татьяна Викторовна, вы слышите меня? Слышу, все нормально. Значит, видеоролик о себе можно создать. Следующий слайд откройте. Идем. Вот. Это здесь специалист, я сам не использую, но мне показывала Татьяна Викторовна, как в PowerPoint можно создавать видеоролики. Да, Татьяна Викторовна? Да, с помощью настройки Office Mix. Это плагинчик, он бесплатный, вставляется в наш PowerPoint, и мы можем создавать и интерактивные презентации, и очень короткие видеоролики, ну, по типу, как у нас сейчас идет в вебинаре, да, говорящая голова на слайде, и такая вот презентация, самопредставление с вашим видеовыступлением. Очень просто, легко делается, сохраняется. Это простой инструмент. Я не делал. Я Татьяне Викторовне тоже не верю. Но она мне показала практически, что это можно сделать, поэтому я рекомендую прислушаться. В курсе покажу, как это выглядит. Спасибо, Елена Эдуардовна, за скринкаст Matic. Там тоже бесплатно можно. Да. А вот я, например, да, игрался и скринкастом Матиком и даже платил, по-моему, $15 в год, чтобы убрать там логотипчик. Тоже хороший инструмент. Это не так уж и дорого, $15. Но вот Camtasia – это мой любимый инструмент для создания видео. Он дороговатый. Где-то стоит, по-моему, $270 одноразовая. Покупочка, очень люблю, там можно всякие эффекты, но это касается тех коллег, вот тут у нас есть руководители, которые руководят такими центрами дистанционного обучения, где какие-то профессиональные сложные задачи, нужно создавать хорошие ролики, такие добротные, да, с эффектом Camtasia, вот это, пожалуй, для них. Не буду дальше подробно рассказывать, потому что Camtasia не всем нужна. Кому-то достаточно и скринкаст-о-матик. Ну, в крайнем случае, у них есть 30 дней бесплатной версии, поэтому можно зайти посмотреть и принять решение, нужно вам за это платить деньги или достаточно простых способов. Вот не научился я виртуал-даб, хоть и читал, но не научился. У меня перегрузка начинается через 5 минут. Если я вижу, что не идет, я бросаю. Вот с VirtualDub я лет 10 беру и бросаю. С Camtasia мне нравится больше. А это что? Согласен? Но я не умею. Вот, умею я на VirtualDub. Хоть что. И последний шаг, который нам остается после того, как создано наше видеопредставление, это разместить приветствие в курсе. Да, ну вот. Различные способы, как это можно сделать. Просто размещаем на главной страничке своего курса. Можно и видеоролик разместить, и короткое текстовое представление о себе. Но видеопрезентация может быть и видеопредставление не только автора, но и самого курса. Да, Юрий Николаевич, это что за курс? Коллеги, откройте, пожалуйста, потратьте несколько минут времени. У вас в доступе есть ссылочка.
земной шарик нарисован, программа «Личные профессиональные навыки». Это как раз та программа, о которой мы говорим. Илья Конваров шутит про то, что же его жена хочет жить в Сочи. Откройте вот эту ссылочку и посмотрите хотя бы 2 минуты, как Татьяна Викторовна сладко приглашает в нашу программу. Открывается у вас эта ссылочка? Это тоже видеопрезентация, только курса. Да, это классическая видеопрезентация. Сделала она сама. Вот откройте, пожалуйста, я уже открыл. Обратим внимание, что это сделал человек по профессии библиограф. Вообще не... Далекий от технологий. Ссылочка вот вверху есть кнопочка под названием «Показать ресурсы». И там есть дизайн курса и программа. Программа. Вот посмотрите хотя бы несколько минут, как творит библиограф свои вот эти ролики. Как раз вот эту программу повышения квалификации, как она представляет свое приглашение. Да. Вот спасибо, Алла Алексеевна. Нет. Даю ссылку. Даю живую ссылку. Коллеги, посмотрите на этот шикарный труд. Даю ссылку. Это не картинка. Она воспроизводится на любых устройствах. Текст написала Татьяна Викторовна. Сюжет Татьяна Викторовна. Что еще? Озвучка. Озвучка. Что вы не делали в этом ролике лично? Наложение дорожек в Камтазии. Все, Татьяна Викторовна выслала мне, я сказал, запишите на смартфон ваш голос и вышлите мне. Она с первого раза зачитала вот так весело. Дальше я под ее голосовую дорожку сам сделал все остальное. Да, Татьяна Викторовна? Да. Юрий Николаевич все собрал. Вы посмотрели, сказали, вот так вот. Так было дело? А потом... Было. Вот так вот было дело. Это программа Camtasia Studio. Вот я в Camtasia Studio сотворил. Спасибо, что... А запись голоса я делала просто, запись голоса вот встроенный вот этот аудиозаписыватель. Вы делали через компьютер, да, просто. Там есть аудиозапись на каждом. Да, и просто отдельно сделала аудиозапись, и ее потом уже... И вот этим вот микрофончиком, который сейчас у вас с гарнитуркой, да? Да, с этим микрофончиком, с этими ушами. Сколько? С двух экранов. Сколько стоят эти уши с микрофончиком? Ой, я не помню, им уже 100 лет. Они стоили недорого. Вот. И Camtasia, всякие эффекты и прочее. Можно... Да, позволяет делать Camtasia. Да, любые да. подписи. Но я в Сочи, а Татьяна Викторовна в Москве. Мы разделили работу. Я говорю, вы сделаете голос, а я все остальное. Да. Елена Эдуардовна, конечно, записывать аудио можно и в Камтазии. Проблема была в том, что у меня Камтазии никак бесплатной версии не устанавливается на мой компьютер. Очень хорошую мне антивирусную защиту поставили, и она бесплатную версию считывала как вирус и не ставила ее мне. Поэтому пришлось вот таким вот способом. Ну вот, коллеги, мы вам рассказали про то, что мы могли рассказать открыто, показать с примерами практически. Но само счастье, как это все освоить вам, спасибо. Мы приглашаем вас вот в это счастье, в этот модуль, который вы видите. Ссылка на этот модуль вы видите. Каждый может поступить туда, и то, что мы говорили, все может освоить практически. А может быть и то, чего вы хотите еще, но у нас... не было возможности об этом рассказать. Да, то есть практическая работа, и вот милости просим сюда. Это модуль в цикле курса повышения квалификации.
Сам этот курс повышения звучит так, как вы видите на экране, не буду его перечитывать, и он состоит из вот этих вот различных модулей. Мы что хотели рассказать, рассказали, мы познакомились, мы доказали, что как это работает, кроме одного, мы не доказали, что это действительно повышает успеваемость обучения наших студентов, наших учеников. Мы этого не доказали. Для этого, может быть, потребуются эксперименты. Но то, что это в целом в мире повышает на 12%, это доказано не нами. Я у своих студентов это испытал, точно повышает. Эффективность высокая. Я делал по своим курсам бесплатно. Но я все время восполнял свои затраты. Как это я делал? Как я возвращал свои затраты времени? Это уже другой вопрос. Там много было вариантов, я в другой раз как-нибудь об этом расскажу, но это действительно так. Татьяна Викторовна, что мы еще не показали? Мы не ответили на вопросы наших коллег, которые присутствуют. Курс по времени. У нас нет такой жесткой продолжительности. Обычно один модуль – это один вебинар. Потом практические задания где-то 4 часа и еще 2 часа на какие-то внеплановые дополнительные вопросы, которые вообще только этого человека касаются. Итого где-то 8 часов один модуль. Это ответ. А, курс 72 часа, извините. 72. Я не понял. Курс 72 часа, а модуль где-то 8. Еще вопрос, уважаемые коллеги. Хороший вопрос. Мы стараемся придерживаться индивидуального графика, но пришли к выводу, что уж если совсем индивидуально, то тоже плохо. Оказывается, в группе, когда группа занимается примерно одним и тем же, вовлеченность выше. Если это одиночка, который идет своим путем, ему не так весело, не так интересно. Поэтому мы в модуле отрабатываем общие вопросы вместе, а частные вопросы, да, действительно, они всегда бывают, мы индивидуально учитываем. Сочетание жестко-гибкого принципа. Жесткие рамки прохождения всего модуля, а внутри них уже каждый может свой темп и ритм подбирать, главное, чтобы успевать. Да, и это тоже такая фишка, индивидуальная работа со слушателями, которые приходят к нам на модуль. Разные ситуации, разные могут быть специфика, поэтому какие-то конкретные вещи, которые могут быть полезны и интересны только этому слушателю, у нас есть такой режим вебинар-коучинга. И, на самом деле, конечно, в этом режиме мы тоже работаем. Индивидуальная траектория – это опасная вещь. А заниматься одиночками неинтересно. Вот приходит один, у меня индивидуальная траектория. Он вообще без коллектива, без всякого социума. И ему скучновато. Другое дело, когда он на общем фоне тоже работает, выполняет какие-то задания, а еще параллельно у него своя веточка идет. Вот это интересно. Дорогой Ирек Анварович, спасибо. Мне очень приятно было именно от вас слышать. Вы всегда так четко, скрупулезно оцениваете все. И вот такая оценка для меня очень дорогая. Спасибо, дорогие коллеги. Если вы, кто-то из вас хочет получить, я забыл сказать, просто сертификат участника вебинара, вы можете это сделать, заплатив 500 рублей, но сначала написав нам. Мы каждому предоставим именной нумерованный сертификат, если вы нам об этом сообщите на этот адрес. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, Татьяна Викторовна, но вам завершающее слово. Хорошо. Большое спасибо всем сегодняшним участникам, Юрию Николаевичу, за такую активную, оживленную беседу. Впервые мы сегодня работали, не выключая, не переключаясь, не отключая вещание, так в формате живого общения. И обсуждение действительно получилось очень здорово, мне так кажется. И
Надеюсь, что то, что мы сегодня с вами рассмотрели, те вопросы, которые мы с вами успели разобрать, они будут вам полезны, вы будете применять их в своей деятельности. Ну и то, что осталось немножко за кадром, будет рассмотрено в нашем модуле, куда мы вас тоже с удовольствием приглашаем, и где мы можем продолжить наше общение уже в формате офлайн. В асинхронном и синхронном, да, в различных. Спасибо. Большое спасибо. Всем удачной реализации и хороших, красивых дизайнов. Компания Direct Media ждет вас на наши следующие вебинары и наши следующие мероприятия. Всего доброго.